Хроническая обструктивная болезнь легких – одна из ведущих причин смертности в мире. Ежегодно умирают более 3 миллионов человек, страдающих этим недугом. Российское респираторное общество, Минздрав Республики и фармацевтическая компания «Берингер Ингельхайм» сегодня представили результаты крупномасштабного исследования населения Якутии с ранними проявлениями заболевания. Факторами развития болезни являются не только курение, но и плохая экология, воздействие вредных факторов на производстве и другое. Исследования в регионе проводились на протяжении 2,5 лет, как отмечают специалисты. Правильно поставленный диагноз на ранней стадии и своевременное назначение терапии затормаживает течение болезни и позволяет пациенту вести полноценную жизнь. Министерство здравоохранения нам рекомендовали мирный. Вот, и мы там приступили к реализации ВОЗовского проекта, который называется «Плюс 2 года жизни». Что такое «плюс 2 года жизни»? Это значит, что человек, который имеет наиболее распространенные болезни, сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет, чтобы у них не было обострений в течение 2 лет этих болезней. А не имея обострения в течение 2 лет, у человека считается, это математика, наука, что он на 10 лет дольше проживет жизнью. Мы заложили этот проект, и вот сегодня подводим самые первые итоги, как, насколько он успешно продвигается.